Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Арне, Анику, Бушида, Джо. Трек называется «Тесно». А, друзья мои, перед тем, как мы это будем слушать, напоминаю вам о том, что мы есть в Ютубе, что и в Рутубе, и в Ютубе, если вы не знали. Максим есть на Дзене и в Ютубе, у него есть канал, а я написала книгу, которую выложил на Литрес, и теперь она там висит и ждет вас, что вы ее прочитали, потому что скоро будет вторая, и вторая будет гораздо оригинальнее первой. И чтобы прочитать вторую, нужно знать про первую. Ну, так будет понятнее для всех. Все хорошо, только у меня нет... Вон там наушники на компьютере лежат. Угу. Да-да-да, правильно было. Подожди. Ну да, вроде. Ну, одевай, как одевается, короче. Да, то было правильно. Ладно, давай запускай, неважно. Погнали. А где слова? Анжелика Варум. Она меня любит, как Дора любит пиво. Я не понимаю девушек, не даю им мотива. Но вот эта детка меня очень сильно зацепила. Да, и тот еще мутила. Твой любимый парень с повышенным либидо. Меня сильно осаждала, когда сильно осадила. Да я не курю давно, но я с тобой дону тратила. Говоришь, что ты любила. Если не был рядом, это было некрасиво. Меня не пугает то, что ты прошла бы меня мимо. Нас опять они на дно, и мы опять как два дебила. Да, и тот еще мутила. Твой любимый парень с повышенным либидо. Меня сильно осаждала, когда сильно осадила. Да я не курю давно, но я с тобой дону тратила. Говорит, что ты любила. Если не был рядом, это было некрасиво. Меня не пугает то, что ты прошла бы меня мимо. Нас опять они на дно, и мы опять как два дебила. Она меня любит, как Дора любит пиво. Я не понимаю девушек, не даю им мотива. Но вот эта детка меня очень сильно зацепила. Да, и тот еще мутила. Твой любимый парень с повышенным либидо. Меня сильно осаждала, когда сильно осадила. Да я не курю давно, но я с тобой дону тратила. Говорит, что ты любила. Если не был рядом, это было некрасиво. Меня не пугает то, что ты прошла бы меня мимо. Нас опять они на дно, и мы опять как два дебила. Ну, друзья мои, я, конечно, не могу сказать, что она прям крутая песенка, да? А это что? Зачем это впереди? Ну, она такая достаточно интересная. Интересная, ну, по содержанию, ну и по содержанию, что? Вот интересно, как может быть тесно двум влюбленным в одном месте? Не знаю. Было, знаете, такое-то свежий ветер. Было что-то оригинальное, и поэтому было неплохо, но вот этот вот припевчик, где он там а-а-о-о-у-у, это что-то такое обезьяне напоминало мне. Ну, как-то вот это было не айси, а все остальное, в принципе, было неплохо. Было весело, задорно, было местами оригинально, было свежо, вот что-то было такое свеженькое, если правда спросить, что, я не знаю. Вот. И поэтому, наверное, если оценивать по пятибалльной системе, я бы поставила 4 однозначно за то, что вот, ну, за то, что получилось так, как получилось. Не знаю, насколько они там. Ну, их было трое. Я вообще слушала, их было двое. Где был третий? Непонятно.
Ну, в принципе, друзья мои, таким песенкам тоже хорошо, когда нет мата, когда весело, по-молодежному. Не знаю, насколько для вас это все нравится ли вам или нет, но в принципе, неплохо. Всем пока.